уделить больше внимания проектам по развитию агропромышленного комплекса. С таким предложением выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев на обсуждении стратегии развития Южного федерального округа до 2020 года. Минувшим днем документ рассматривали на совете при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе. Полпред Владимир Устинов подчеркнул, что реализация стратегии позволит повысить эффективность экономического развития округа и достичь экономии бюджетных средств. При этом предполагается, что к 2020 году в округе вдвое увеличится уровень зарплаты, а средняя продолжительность жизни возрастет до 77 лет. Ростовская область принимала активное участие на всех этапах подготовки документа и внесла 48 предложений. Из них 16 вошли в окончательный вариант. Если нет замечаний, благодаря реализации стратегии развития Южного федерального округа прогнозируется повышение уровня развития экономики и качества жизни населения региона. В целом, стратегию, несомненно, можно одобрить. На мой взгляд, очень важно максимально завершить этап ее доработки и утверждения. Это позволит получить дополнительные преимущества в борьбе за инвестиционные и прочие ресурсы в Южном федеральном округе. Проект стратегии развития ЮФО будет представлен правительству уже в середине декабря этого года.